«Момент истины», в студии Андрей Караулов. Добрый вечер. Трансгены. Трансгены. В каких продуктах действительно есть трансгены? Прежде всего, генетическая соя, которую в нашу страну в огромных количествах по-прежнему привозят разного рода предприниматели из Китая. Китай прежде всего. В каких продуктах, мы назовем их сегодня, есть ГМО или ГИО? Генетически измененные организмы, то есть искусственно полученные пищевые добавки. В нашей программе речь на самом деле пойдет прежде всего о том, почему в Российской Федерации так молодеет рак сегодня, раковые заболевания, онкология. В нашей программе прозвучат в том числе и сенсационные заявления. ГМО – генетически модифицированные организмы. Это страшная опасность. Надо понимать, как возникло ГМО. ГМО возникло после того, как был расшифрован генетический код человека и других живых организмов. Огромные деньги были затрачены для того, чтобы расшифровать этот генетический код. Ну, вот для всего атомного оружия было потрачено 13 триллионов долларов. А генетические продукты? А генетические, ну, минимум 4 триллиона, чтобы выявить генетический код человека. То есть ГМО делали как биологическое оружие, вот эти продукты? Ну, у нас академик Овчинников возглавлял эту проблему и говорил о молекулярной биологии под флагом высокой и чистой науки. На самом деле, прикладным аспектом этой молекулярной биологии было создание биологического оружия на основе расшифровки генетического кода. Точно так же, как было сделано с атомной бомбой. Когда, сделавши атомную бомбу, эти огромные затраты, надо что-то сделать для народа, надо чем-то прикрыть вот эти огромные затраты, чем-то прикрыть. И так возникла атомная энергетика, как хвост атомного оружия. То же самое получилось с биологическим оружием. Когда были затрачены огромные вот такие непостижимые средства на создание биологического оружия, и все молчали, и до сих пор это молчат. Но момент истины наступил в одном месте, там же, где был момент истины в отношении атомного оружия. Когда рухнул режим апартеида, Южноафриканской республики, возглавляемый Нельсоном Манделой, Народный фронт, открыл то, что было за семью печатями и до сих пор лежит у других стран. Но вот они открыли, например, что в Южной Африке была сделана атомная бомба. И бомба? Семь атомных бомб в лежали на полочке бомба. В Южной Африке. Они испытали ее даже. Так вот, Нельсон Мандела сказал, что в Южной Африке было сделано биологическое оружие, позволяющее уничтожать отдельные расы. То есть черных убивает, белых оставляет. А как? Я вам расскажу по-другому. Вы слышали что-нибудь о Свердловске-19? Ну, только примерно. Секретная военная лаборатория в Екатеринбурге. Сейчас я не знаю, существует она или нет. Но в 1972 году весь научный мир был потрясен. Вдруг сибирская язва возникла в Екатеринбурге. Женщина заболела. В данном случае вырвавшаяся из секретной лаборатории вакцина, даже не важно, как она вырвалась, она покосила молодых мужчин. Она не косила детей, она не косила стариков, она не косила женщин, она косила молодых мужчин. И Ельцин считал, что его обманули, он тогда был первым секретарем. Ельцин мне сказал, что они его обманули, что они ему сказали, что это было не так. Это нужно, чтобы угробить, к примеру, какую-то народность. И это могли. К этому и шли. У нас об одном из таких институтов здесь, под Москвой, рассказывал не так давно в передаче Михаил Полторанин, бывший вице-премьер. Самое главное, что у нас было, сразу уничтожено. Был под Рузой большой институт. В этом институте готовилось биологическое оружие. Каждая нация имеет свою дозу излучения. Русские столько-то мегагерц. Выдерживает. Нет, это вот, это действительно, это не расовая теория, а это они изучили, вот я с учеными тогда разговаривал. Допустим, у армян, у грузин, вот у южных жителей, у них излучение больше. Что такое излучение? Организма. Каждый из нас излучает энергию какую-то. И вот русский, скажем, излучает определенную долю энергии, отличную от француза. Они изучали. И готовилось биологическое оружие, скажем, запускается платформа в космос, и оттуда идет излучение. Это нужно, чтобы угробить, к примеру, какую-то народность. И это могли. К этому и шли. Идет излучение. Спутник в космос, а оттуда пошли лучи. С платформы.
с платформы. Так вот, почему мы заговорили о ГМО? Что такое вот эта вакцина чумная, которая косила? Это и есть генетически модифицированный организм. Только вакцина. Чтобы эти знания, полученные вот для того, чтобы разработать биологическое оружие, применить, ну как-то вообще на добрую... Вот была такая идея, а давайте сделаем морозоустойчивые помидоры, давайте там скрестим помидор с антарктической рыбой, а не просто насильно. Кусочек генома какой-нибудь там рыбы из Антарктики прицепляют к генетическому материалу помидора и получают вроде бы морозоустойчивый помидор. Рыбу с помидором? Да. Вот такая наука. Ну, что угодно. Но с биологической точки зрения это нельзя сделать. Ну, нельзя сложный механизм, а мы с вами действительно сложный механизм. Да, так с природой шутить. Нельзя там привинтить что-то такое, пятую ногу и сказать, что ты будешь хорошо ходить, вот будешь бегать, как лучший атлет в мире. У тебя от этой пятой ноги там разовьется там сердечный приступ или что-нибудь еще. Это наверняка. В это вложены деньги колоссальные, вот эти транснациональными компаниями, которые и были вот разработчиками этого биологического оружия. Они же были. Других специалистов нет. Берите сою, потому что они вставили ген в сою, который сопротивляется пестицидам. Вот Roundup, такой есть пестицид, у нас тоже он известен, они его поливают, соевые поля, все остальное умирает, соя живет, вот это вот генетически модифицированное. Поэтому вроде бы у нее большой урожай, и значит теперь это генетически модифицированное, пожалуйста, всюду распространяется. Мы говорим, это огромная опасность, этого нельзя делать. Европа сопротивляется, Европа не хочет. Во многих странах моратории на генетически модифицированное. Во всех странах очень жесткие нормы, там не больше, чем 0,1% и так далее. У нас тоже вроде законы, но их никто не соблюдает. Ну, например, кормили крыс картошкой, которая была вот генетически модифицирована. Через 9 месяцев у этих крыс изменился головной мозг, изменился желудок. Когда эти исследования стали известны, профессор Пуштае, венгр, его выгнали с работы, потому что вроде бы сказали, что он зря открыл, эти исследования были там по контракту там, с какими-то компаниями, и он не имел права о них говорить до того, как эта компания их не одобрит. Так мы вот и знаем, что компании, если даже получают негативные результаты, они никогда об этом не говорят, об этих негативных результатах. Сколько лет прошло с нашей первой программы о ГМО, продуктах генетически модифицированных? 2 года? 2 с лишним, пожалуй, год уже прошло. Когда никто ничего не знал, вот вы впервые рассказали нации, да. Тогда никто об этом не говорил? Нет, никто. Самое главное, что с тех пор изменилось? 2 с лишним года. Ну, вы знаете, во-первых, благодаря вам, безусловно, эта тема сейчас на слуху у всех. Сдвиги, реальные сдвиги. Организованы специальные комиссии, связанные с использованием ГМО в продуктах питания. Скажите, у нас никогда не будет особых прилавков, даже в тех же магазинах, но специальных прилавков для продуктов, где есть ГМО, колбаса, ветчина или крабовые палочки? Нет, вы знаете, сейчас торговые сети озаботились по этому поводу. И, например, я знаю, что система магазинов «Перекресток» собирается делать такие прилавки. Генетически модифицированная трансгенная соя может встречаться практически во всех продуктах мясопереработки, рыбопереработки. Колбаса. Ветчина. Ветчина, паштет, детское питание. Один сорт риса. Это рис, устойчивый к гербициду одному. Сорта сои. Какие? Устойчивый к гербициду. Раунда пройди. Но это не соус соевый, который все употребляют. В соевом соусе. Нет, в соевом соусе могут присутствовать продукты переработки трансгенной сои. То есть гарантии нет? Гарантии нет. На секунду остановим специалистов. И на вопрос к человеку, кто в Москве, в Думе Московской городской, отвечает за безопасность. В широком смысле. За безопасность. Колбасы, ветчина, паштет. Не могу называть марки, потому что арбитражный суд потом будет уже нас судить. Не пойман, не вор. Но колбасы, ветчина, паштет, детское питание, кулинарные изделия. Вот специально для зрителей говорю. Блинчики, пельмени, котлеты, один сорт риса, устойчивый к гербицидам. Трансгенные сорта кукурузы, 2 сорта картофеля, 2 сорта сахарной свеклы, сосиски. В том числе и те сосиски, которые дети едят, рыбные консервы, там могут быть трансгены. Я думаю, что перечень тех продуктов, которые содержат генно-модифицированные компоненты, значительно больше, чем вы сейчас перечислили. Самое Я только страшное... направление называю, да, колбаса. Да. Их вот, может быть, да. Этих колбас-то вон сколько видов. Но самое страшное то, что вышло же постановление Онищенко, главного санитарного врача Российской Федерации, о том, что обязательно маркировка, если в продуктах содержится более 1% генномодифицированных компонентов. Мы видим совсем другую ситуацию. В магазинах нет нигде.
изделия? Лично я не встречала ни разу маркировку, которая говорила бы о том, что существует в том или ином продукте генномодифицированные компоненты. Инна Юрьевна, 2 года назад мы с Татьяной Дмитриевой, бывшим министром здравоохранения, ходили по московским магазинам. Искали те изделия продуктовые, где на этикетке есть указания. Здесь, возможно, ГМО. Не нашли. 2 года прошло с лишним. И опять мы говорим о том, что никто в нашей стране, никто, практически никто, не исполняет приказ главного санитарного врача России. Много подозрений по поводу содержимого мясного якобы. Причина неисполнения лично для меня абсолютно понятна. У нас есть один закон федеральный, который говорит о качестве и безопасности пищевых продуктов. И там не сказано ни слова о вреде генномодифицированных компонентов, которые содержатся в продуктах, и не сказано ни слова о том, что реальный вред могут принести такого рода продукты. Там много говорится о тех продуктах, которые являются некачественными, о тех проблемах нашего рынка, которые необходимо решить, чтобы этот рынок насытить. Но, простите, какова цена насыщения этого рынка, если продукты те, которые действительно вредны для здоровья? Мы же видим детей в школах. Дети же упитаны не в хорошем смысле этого слова, да. Мы же видим людей, которые болеют и онкологией, эндокринологические заболевания, и они берутся ниоткуда. 13 направлений официально разрешено в Российской Федерации. 13 направлений. В других странах, да, поправьте меня, если я не прав, таких направлений, где могут быть трансгены официально разрешенные, намного меньше. Европейские страны. 13 сортов разрешено, Онищенко так сказал. В сравнении с Европой. Это много или мало? Вы знаете, это, ну, я бы сказал так, что достаточно много, 13 линий. Это не 13 продуктов. В Швейцарии нет ничего? Ну, в Швейцарии, да, она ввела мораторий на использование, на высевание. А немцы, англичане, для сравнения берем? В продуктах питания это присутствует, но происходит раздельная торговля. То есть в одном магазине это не представлено. То есть есть специальные магазины, везде маркировка, да. Отдельные прилавки. Обязательно. Подешевле хотите с этой соли, да. Генетической, берите здесь. Да, причем если нарушаются эти положения, там очень большие штрафы, и это во всей Европе так. И тюремное заключение. Да, вплоть до тюремного заключения, вы правы. Ведь когда обращаемся к изготовителям тех или иных продуктов, они говорят, что наши продукты содержит только компонент, допустим, соя генномодифицированная, и мы колбасу, в которой есть также еще и мясо, и другие добавки, мы не можем назвать генномодифицированной. То есть врут на самом деле, потому что и 1% никто не знает, совершенно как верно. Этот процент влияет на организм. Более того, если говорить о кукурузе, которая по ошибке перешла из кормовых сортов в пищевые именно сорта. Именно по ошибке. По ошибке. И получается так, что люди едят ту кормовую кукурузу, которую вообще запрещено продавать. Более того, я хочу сказать, что свиньям-то дают эту кукурузу для того, чтобы они как можно быстрее набрали вес, и для того, чтобы решить в широком смысле слова продовольственную программу. Но простите, когда эта кукуруза, сорт называется Starlink, поступает на прилавки как пищевая для людей, вы можете себе представить, что происходит с людьми, которые любят кукурузу и употребляют ее в пищу. Я могу сказать детективную историю. Эксперимент у меня был очень простой. Я просто подкармливала крыс, я добавляла к виварному корму, добавляла сою в одной группе генетически модифицированную, в другой традиционную. И то, что я получила, эти данные просто были шокирующими. То есть в группе крыс, которым я добавляла генетически модифицированную сою, родились крысята, и 60% этих крысят погибли. Они умерли в течение первых 2-3 недель. А вот те, которые остались в живых, они мутанты или нормальные крысы? Из тех, кто остались, около 40% были абсолютно недоразвиты. Они были значительно меньше по весу. То есть уроды? Я выяснила, что у них повышенный уровень агрессии, повышенная тревожность, беспокойство. И у матерей нарушен материнский инстинкт. Это все было как раз вот в этой группе, которую мы добавляли генетическую крысу. Но это крысы, а люди? Крысы. Я думаю, то же самое. То есть прямая аналогия? На самом деле, почему они опасны? Потому что те изменения патологические, которые были обнаружены, в основном при проверке трансгенных растений, которые были получены определенным способом введения гена, они добавляли в корм мышей. И обнаружили через 3-8 часов вот этот зеленый белок уже во многих органах этих животных. В другой работе они кормили беременных самок и обнаружили в плодах и новорожденных мышат.
тоже вот эти вставки. Можно я приведу пример не с крысами, а с бывшим, замечательной женщиной, с бывшим министром здравоохранения России Татьяной Дмитриевой. Когда Татьяна Дмитриева, академик, в одной из наших программ коснулась проблемы ГМО, вот это трудно даже представить себе. Коллеги на заседании Академии медицинских наук, ну как бы это помягче сказать, вот после этой программы попытались устроить Татьяне Дмитриевой допрос с пристрастием, скажу. Опять-таки скажу мягко. Нет. Это приглашение к дискуссии, потому что действительно сегодня ученые в нашей стране тоже имеют две разные позиции на этот счет. Но серьезной дискуссии сегодня не проведено, я считаю. А вот почему? Где-то продукты, которые у нас на столах. Я надеюсь, что у Российской академии медицинских наук новый президент. Я надеюсь, что он поставит этот вопрос перед учеными академии. Как можно скорее. У нас рак молодеет. Это врачи не знают? Нет, это академия медицинская. У нас рак молодеет каждый день. Ну, здесь напрямую, так скажем, с генномодифицированными продуктами, конечно, трудно связать, но тем не менее никто и не сказал нет. Вот именно. Вот именно. Значит, директором института питания является профессор Тутильян. С этим товарищем Тутильяном я столкнулся еще в советское время. Мы тогда с ним дрались по поводу БВК на парафинах нефти. Из нефти делали, помните? Икру делали. Икру из нефти и так далее, и так далее. Икру и мы из говорили, нефти. Ребят, ну нельзя, это же идет против естества. У них там молекулы другие, ну нельзя. Естественное питание, икру естественное нефти, питание. Нельзя делать, рыбьим жиром. Нельзя делать икру из нефти, нельзя делать белковый витаминный концентрат, кормить ими свиней и думать, что все будет в порядке. А он настаивал на том, что все будет в порядке. Кто оказался прав? Я, ну не только я, экологи, которые говорили, нельзя, 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 и мир теперь действительно получено доказательство, что это страшно опасно, и нигде в мире сейчас об этом даже больше не помышляют, об этом белково-витаминном концентрате на парафинах нефти. А теперь этот самый товарищ Тутильян, ставший академиком и директором института, также настаивает, что генетически модифицированный организм, ничего страшного. Ну, не знаю, рвать и метать хочется. Вот молекулярные биологи получают денежки от этих самых компаний, которые разработают генетически модифицированные организмы. Западных компаний, вы предполагаете? Ну, конечно. В каких же еще продуктах есть ГМО? Вот вы слышали наш разговор. Что еще? Вы знаете, ну, детское питание, вот, которое мы проверяли, с которого, собственно говоря, и началось наше с вами знакомство. Да, есть, да. ГМО по-прежнему. Вы знаете, да, находят. Детей можно было пощадить? Вот на детях не ставить вот, эти эксперименты? Да, эта позиция вообще удивительна, потому что во многих странах мира законодательно введено положение, в котором запрещается использование трансгенной продукции в детском питании. А в России страшный рак именно детский рак? Да. Сейчас он, вот, особенно желудочно-кишечного тракта, он вышел на первое место. И у детей, и у взрослых. Какие йогурты? Назовите, чтобы просто люди знали. Наши исследования не обнаружили ГМО в продуктах молочного ряда. Мы обнаружили там совсем другие ингредиенты, тоже небезопасные для здоровья человека. Какие? А именно плесень и дрожжи. И превышение норм там в сотни раз. А плесень там откуда и зачем? А вы знаете, мы тоже хотели это выяснить, но нам это выяснить так не удалось. Это просто испорченные йогурты? Или добавляют плесень, как, я не Нет, знаю, вкусовую вот добавку? Мы хотели это выяснить как раз. Мы предлагали производителям, чтобы они проследили цепочку. То ли это на заводе происходит, то ли происходит при неправильной транспортировке или хранении. Мы ничего не добились, понимаете, потому что отношение производителей, то есть к качеству, они, безусловно, блюдут у себя на предприятии, а потом они передают это в торговые сети, это уже не наша забота. То есть они не соблюдают, и претензии предъявляете к ним, а не к нам. Мы все соблюдаем, у нас все тип-топ. Добавляют в виде ингредиентов, как дополнитель, заменитель белка, животного белка. Вкусовые качества не меняются, цена меняется, дешевле становится. И часто это используют для того, чтобы улучшить потребительские качества. То есть сосиски, например, они не разваливаются, если там есть соя. Котлеты с добавлением сои также имеют. То есть от нормального мяса эти котлеты, эти сосиски не отличить? Не отличить. Никак? Никак. Скажите, мы по-прежнему, мы России не пишем на этикетках. В этом продукте, господа покупатели, есть ГМО или ГИО? По-прежнему, несмотря на закон о защите прав потребителей. И ничего нельзя сделать с производителями. Общественное мнение, которое, в общем, стало все больше и больше сильнее звучать, заставляет потребителей
отказываться от соевого трансгенного сырья. Кто уже отказался? Вот какие заводы? По нашим опросам, около 500 предприятий взяли на себя обязательства не использовать трансгенное сырье и больше. Именно мясопереработка? Мясопереработка и кондитерские изделия. А сколько же предприятий используют искусственную сою? Мы предполагаем, что Черкизовский комбинат мясоперерабатывающий продолжает использовать трансгенную сою. Неоднократное тестирование их продукции. Когда было последнее тестирование? Последнее было в феврале 2006 года. Есть протоколы исследований. Исследования проводились в лаборатории «Анота Спущина». Предполагаем Черкизовский. Еще предполагаем Черкизовский. Предполагаем, что могут попадаться трансгенные в продукции Микояновского завода. И это предполагаем. И это предполагаем. Демин категорически, директор завода, отвергает, что у них есть генетические продукты. Андрей, успех Микояновского комбината по тому, что он востребован населением, как раз заключается в том, что основная часть сырья у нас именно охлажденная. У нас есть протоколы исследований. И когда Демин сможет объяснить, как колбаса, которая была куплена в магазине «Метро» при проверке почти 100% трансгенов. 100%? Так, да. Это не фоновые уровни загрязнения. Как называется? Ветчина «Домисолька». «Доми»? «Солька», «Ням-ням», торговая марка какая-то. Есть протокол исследования, его можно предоставить. Когда ребенок питается, там, скажем, ножками буша, да, или голландскими яблоками, сразу не происходит вот этих вот процессов, мутации на генном уровне, а это начинает происходить в период как раз полового созревания организма, то есть так называемый пубертантный период. Поэтому взрослый организм, взрослый человек, который и так насыщен всевозможными вредными факторами, как экология, стрессы и все остальное, то есть мы в первую очередь должны уберечь детей от этих продуктов. И вот мама должна уже принять решение, почитав на баночке. Надо это ей покупать, ее ребенку есть. Надо ли есть ее ребенку или нет? На самом деле мы прекрасно понимаем, а что будет дальше, какое будет следующее поколение. Социологические опросы говорят о том, что 95% населения России согласны, может быть, и не доесть, но, по крайней мере, в пищу не употреблять генномодифицированных компонентов. Вот все то, о чем мы говорим сегодня. Я понимаю, что это деньги. Послушайте, но ведь те люди, которые вот так зарабатывают на этой сое, искусственной прежде всего, но ведь нет гарантии, что эта соя не окажется в тех сосисках, которые будут есть дети этих бизнесменов. Всегда кажется, что собственные дети едят совсем другие сосиски. Но это же иллюзия. Здесь важно, чтобы была возможность вовремя остановиться. Или там, где продуктовый рынок, то есть огромные доходы. Вот здесь не надо питать никаких иллюзий. По совести не будет никогда. Никто из тех, кто занимается сельским хозяйством, еще не просчитал той выгоды, если будут выращивать действительно экологически чистые продукты. Ну да, обратную выгоду никто не просчитал. Конечно. Я вас уверяю, что люди будут употреблять в пищу значительно больше экологически чистых продуктов. И о чем мы говорим? Птичий грипп. Ведь понятно сегодня, что птичий грипп, паника, это кому-то было плохо. Исключаем допуск попадания дикой птицы, соприкосновения с кормами. На цехе установлена сеть рыболовецкая недосыпа и установлены ультразвуковые приборы, которые также отпугивают птицу от цеха производства. Весь транспорт разделяется на чистый и грязный транспорт. В настоящий момент вы видите заход на площадку чистого транспорта, ЗСК. Этот транспорт осуществляет кормление птицы. Перед заходом на площадку обязательно весь входящий транспорт обрабатывается 2% раствор. То есть люди, которые, очевидно, производят свинину, говядину, я не знаю, кому это все было нужно раздувать вот так. Ситуация действительно тревожная, потому что восполнять тот пробел по птице... Сейчас птицефабрики просто потеряем, они же встают. Потеряем. Вот только-только Россия стала подниматься по яйцу Россия, наши птицефабрики сами себя обеспечили. По куриному мясу можем уже отказаться от тех невероятных объемов импортных, которые у нас были. И вдруг паника. 30 мая мы на правительство Москвы выносим проект закона о продовольственной безопасности в городе Москве. Но, к сожалению, в проекте закона ничего не сказано о генномодифицированных компонентах, в том числе продуктов, которые их содержат. Почему?
Я а про думаю, птичий грипп что... там будет что-то? Нет, будет вопрос о продовольственной безопасности с точки зрения экономического. Почему про ГМО опять нет ничего? Я считаю, что мы будем пересматривать этот законопроект, потому что он должен будет поступить к нам в Московскую городскую думу, и мы обязательно будем настаивать на том, чтобы там были внесены статьи, в том числе и о генмодифицированных продуктах. Казалось бы, случай совершенно из другой жизни, птичий грипп. Но уровень вранья... Вот сегодня. Сегодня. И даже не вранье, а это, можно сказать, информационной диверсией. Вот это как раз тот яркий пример, когда слух, негатив, слух сильнее здравого смысла. Он перебил просто истинную картину и перевернул ее настолько... Что по-другому, как информационные диверсии, докажи. Назвать это невозможно. Докажи, пожалуйста. Я не думаю, что здесь чей-то интерес. Здесь вопрос некомпетентности. Может быть, даже перевешивает. И чиновников в том числе. И чиновников в том числе. Какой компетентности, прошу прощения, ты ждешь? Онищенко, главный санитарный врач нашей страны, в «Комсомольской правде», рекомендует. Мойте яйца перед едой, на Пасху сказал. Вот способ защиты. А что мы добьемся тем, что мы яйцо перед едой вымоем? Так это ты спроси, пожалуйста, у главного санитарного врача нашей страны. Вот если так пропагандируют «ешьте яйца», то есть мойте их перед едой и ничего не будет, то никто яйца есть не будет. Задача согласен. Главного санитарного врача не высказываться таким дилетантским образом. На, прочти. Мойте яйца перед едой. Больше сказать санитарному врачу, как мы видим, нечего. Но мойте яйца перед едой. На самом деле. Это не серьезно. А теперь серьезно. Что происходит с птичьим гриппом? Реально. Сколько случаев в России зафиксировано птичьего гриппа? Смертных случаев среди населения нет. Смертные случаи обнаружены только в Китае. Это несколько человек. Случаев заражения птицы на промышленных предприятиях в Российской Федерации всего один случай в Дагестане был. И то его достаточно быстро локализовали. В основном вирус был обнаружен у домашней птицы. В России? В России. Ну, я думаю, это может быть 10-15 случаев. И все. Ну, не больше. Не больше. Это не только домашние птицы, это еще и дикие перелетные птицы, которые ни в каком виде в пищу не попадают. Почему мы сейчас при приеме на работу прописываем в контракте, что человек, работающий на птицефабрике, он не может иметь дома птицу? Работаем с машинами немецкими. Две машины моечных, Кёльхер. При температуре 70 градусов тепла. Птицеводство – это все-таки уже отрасль на сегодняшний день высокотехнологичная. Соответственно, контакта у птицы с большим количеством людей его просто быть не может. Ну, конечно, паника есть, она не только в Ростовской области, но и в Европе в целом. Потому что рядом он везде, во-первых, грипп есть зарегистрирован вокруг регионах. Но рядом это где? Не будем торопиться. Турция. 8 случаев. Еще ближе есть в Волгоградской области, рядышком, прям с нашими районами. Это было в Астраханской Но области. Но никто, слава богу, в России от птичьего гриппа да, не погиб. Да, никто. Ну, я думаю, никто не погибнет в связи с тем, какие меры сегодня были приняты. Ну, какие меры принимаются? Вот что сделали? Мы провели уже более 3 миллионов птиц. Та, которая находится в частном подворье. Это вакцина, антибиотик? Ну, я бы не стал говорить. То есть она, в принципе, безопасна? Абсолютно. Это не антибиотик. Для человека, для потребителя? Абсолютно безопасно. Тяжелых металлов нет в этой вакцине? Нет ничего там. То, что касается санпропускников, наведения порядка здесь, то, что касается обработки корма. И вот этот комплекс работ позволил нам добиться, чтобы гриппа птиц там не было. Тот факт, что сегодня даже на дикой птице мы не находим вируса гриппа. Сколько уже нет этого вируса? Ну, в прошлом году была первая волна, там по Сибири прокатилась. Считай, это каждый двор. Около 200 случаев было. Ранней весной по югу прокатилась волна довольно приличная. Ну, сколько? Тоже 200 случаев? Примерно где-то так. И тоже никто из людей не пострадал? Из людей никто не пострадал. Вот сейчас вы ждете конец весны, лета. Сколько может быть случаев? Я думаю, тут будет вообще единичное, потому что уже вакцина именно накрыли. То есть сотни уже не будут? Я думаю, что нет. Потому что уже мы получили вакцину. Вакциной работаем полным ходом, где возможен контакт с дикой водоплавающей, как основным резервуаром вируса этого гриппа. Там птица домашняя уже накрыта вакциной. Убытки отечественных производителей – это до 10 миллиардов рублей из-за падения спроса. И американская корочка тоже все перестали. А торговые компании потеряли за первый квартал порядка 80 миллионов долларов.
Вот не работает система. Государственная система здравого смысла. Потому что я еще раз вернусь к тому, что Онищенко призывает мыть яйца перед употреблением их в пищу, но это не уровень главного санитарного врача. А потом, по-моему, полтора года назад в вашей передаче предупреждали о том... Вакцины иметь, конечно. Академик Фесинин выступал. Фесинин говорил, да, в моменте. Это было, по-моему, год или полтора назад. Никто не услышал. Когда с этой проблемой еще мы не столкнулись. Никто не услышал. Никто не услышал. Ведущего специалиста, который... Академика. И что вы думаете? Сегодня в государственном резерве страны нет ни одной ампулы вакцины против гриппа птиц. Ни одной. Ни одной. Но у нас, в конце концов, есть Совет Безопасности. Ребята, вы о чем думаете? Когда гром грянет? Когда я услышал, что Министерство развития и торговли вошло с предложением в правительство, что сделать? Закрыть на государственной границе ветеринарную и фитосанитарную службу. Там, где проходит вся продукция. Так как это может быть? А вот так! Такое предложение. Вроде наличие этих служб сдерживает поток импортной продукции, поступающей сюда. Поэтому можно не проверять, что к нам идет. Ну ни да. мясо, ни... Они внесли предложение. Это Греф сделал? Да, это Греф. Еще не сделали, внесли предложение. Правительство еще до сих пор не ответило. То давайте вы потом проверите, когда на территорию России завезут. Пусть проверят мясо ветеринары как-нибудь потом. Не на границе, а в глубинах России. Пусть там проверяют мясо. Подальше от границы. Это замечательно, конечно. Зараженное мясо, когда импортеры знают, что это мясо заражено, то есть знают, что они к нам везут, чтобы хоть здесь это продать, хоть здесь заработать. Такое мясо, как только оно пересекает границу, его потом не найти, естественно. Ищи ветра в поле. Это что? Это что, непонятно, что ли? Ведь проблема же обозначалась. И обозначалась действительно серьезным, понимающим человеком. В результате мы оказались не готовы ни по одному из направлений. У нас не была готова вакцина, мы не были готовы информационно обеспечить решение этой вот проблемы. Вот имеем разъяснить. В комплексе то, что имеем сегодня. И имеем миллиардные убытки. Но все-таки удивительно, да, Иван Анатольевич? То, что с нашей точки зрения не нужно пропагандировать генетический продукт, это пожалуйста. То есть, что не нужно, есть пропаганда, а что можно, нам говорят, нельзя. Печиви. Вот как бы все наоборот. Я не прав. Все наоборот. С головы на ноги. Ну, что касается птичьего гриппа, то открыта эта пропаганда, что не есть, нет. Но паника страшнее. Словно мухи тут и там ходят, вот, слухи по углам. Вот, паника есть. С паникой вообще бороться очень трудно. Но когда она возникает, надо что-то делать. Ну, объяснять, показывать. Объяснять, а вам люди верят, интересно? Потребители вам верят? Когда личный контакт, то тогда верят. А если выступаешь как представитель власти, то ну, слишком много было моментов, связанных с властью, скорее не верит. Но ведь правильно делают, что не верят. Московский комсомолец за четверг на этой неделе. Первая полоса. Журналисты взяли палку колбасы. Угу. Просто батон колбасы. Московский комсомолец, покажите, пожалуйста, эту газету. Нашел в колбасе, в одной палке, трансгенную сою, нитрат натрия, вкусовые добавки, красители, консерванты, 20% свиного жира, 10% говядины и какой-то еще непонятный каррагинан. То есть в колбасе есть все, что угодно, кроме мяса. Мясо 10%. Говядины. Мясо не нашли, да? Мясо не нашли в колбасе. Такие продукты сейчас есть. Но это же есть-то нельзя. Почему нельзя есть? Когда 10% в колбасе мяса... Ну, она же, наверное, столько и стоит. Насколько в ней мясо? Я так понимаю, что стоит она, как и все остальное, просто обман чистой воды. Как и трансгенные продукты, где искусственная соя стоит столько же. Это безусловно. Если нет предупреждения, тогда обман, конечно. Ваша статья меня действительно потрясла. «Шиш с мясом». Название хорошее. «Шиш с мясом». То есть, действительно, вот когда эти цифры видишь, да, когда в колбасе нет мяса, 10%. Во всяком случае, химия. Ну, а химия что, не ест, с другой стороны? До 1974 года в колбасе Мадейн Советский Союз не было ничего. До 1974 года. Потом начались перебои с сырьем. И Косыгин разрешил добавлять сколько? Да, 2%? 2%. Чего, белок добавляли? Добавляли белка. Или добавляли цельное молоко, или кровь.
Ну, то есть не опасное. Да, это не опасное, ну и тем более, что, в общем-то, это были белковые. А сегодня вот самый главный вопрос. Мы название этих колбас можем говорить? Названия, которые были в Советском Союзе, к которым привыкли потребители, едоки, те же самые названия и сохранились. Это традиционные, там и вареные, и копченые, и полукопченые колбасы, они все-таки остались, эти колбасы. Что сегодня в этих колбасах, как мы предполагаем? Ну, как утверждают сами переработчики, в этих колбасах мяса бывает не очень много. Все зависит от сорта колбасы. Самые опасные сорта какие? Копченые? Как вареные колбасы бывают с большим количеством соевых добавок и других химических добавок, так бывают и копченые колбасы. Но ведь если для производства колбасы нужно оборудование специальное, цех, то копченость-то можно в любом сарае сделать. Да, сами деликатесы копчености. Вот это, шейка вся эта. Да, абсолютно. В любом сарае можно закоптить. Да, гастарбайтеры приходят, где-то завелись и в сарае, поставили какое-то самое примитивное оборудование. Ну и самое главное, что из одного килограмма шейки, которую покупают делают в магазине, два копченых. Да, два копченых. То есть добавляют в килограмм еще килограмм химии. Да, еще килограмм химии. Килограммы добавляют. Да. Килограмм да, на килограмм. Да, килограмм на килограмм. Она держит форму. Эти добавки, соевый рассол, который в соединении с водой, он держит и форму, то есть он не потечет ничего. И получается просто рентабельность там 100-200%. Конечно, это выгодно. А тогда куда же смотрит ваша уважаемая организация? Где надзор? Ну, во-первых, не столько в этом смысле не столько наша смотрит, сколько организация, возглавляемая главным санитарным врачом. Потому что готовые продукты – это уже не по ветеринарной части. Но все-таки почему, хорошо, тот же Онищенко, как ему кажется, не смог добиться выполнения собственного решения обязать всех производителей нашей страны писать на этикетках, что вот в этом продукте есть не менее 1% ГМО? Я думаю, ресурсов его не хватает на это. Мне так кажется. У главного санитарного врача в недавнем прошлом ранг замминистра? Не хватает ресурсов, тем не менее, это так. Тут удивляться абсолютно нечем. А как же помочь господину заместителю министра, чтобы у него были ресурсы? Что надо сделать? Ему, министру Зурабову? Прежде всего, нужно сделать ему нормальное финансовое обеспечение функций, которые на него возложены. А у нас такого практически ни у кого нет. Николаевич, вы знаете, где-то год назад... В моменте истины журналист Борис Резник, хабаровский журналист, депутат Государственной Думы, рассказал о том, как в Россию возят контрабандой, разумеется, мясо, говядину, свинину из Китая. Контрабанда. Ну, мы с тобой первыми в стране озвучили эту историю по контрабанде мяса, которая сегодня вот является как бы эпицентром всего коррупционного скандала. Началось с чего? Министерство Грефа инициирует постановление правительства ввести квоты на закупку за границей мяса. Вот наш Хабаровский край потребляет ежегодно где-то 85 тысяч тонн мяса. И вдруг мы получаем квоту на Китай вместо 30 тысяч тонн всего на 2,7 тысячи тонн. И то вот эти 2% расписывают таким образом, что мы должны из Америки возить мясо и даже из Гватемалы 800 килограммов. Это в 27 раз стоимость перевозки превышает стоимость самого мяса. Чем стоит всего 800 килограмм из Гватемалы? Совершенно. Вот кому рассказать, да, Борис? Чудовищная ситуация. Казалось бы, должны моментально оскудеть наши прилавки. Но ничего не исчезло, все есть. То есть мясо полно? Мясо везут. То есть контрабанда пошла? Не просто контрабанда. И вдруг на пункте пропуска пограничной задерживают огромный состав, в котором по таможенным документам следует жир свиной подкожный и жир хребтовый. А на самом деле свиное и говяжье мясо. Арестовывают всю группу таможенников, которые в этом участвовали, прокуратура Приморского края. И в результате оказывается, это вот за последние 3 месяца 28-я поставка. Вагонами шло. Вот дальше следует. Много мяса действительно отравлено. В Магадане обнаруживают партию мяса, в которой содержание ртути, паров ртути, превышает норму в 186 раз. Женщина покупает мясо в магазине. Ну, чувствует какой-то дискомфорт, там не то мясо. Да, отдает в лабораторию пары ртути. 80 раз превышают норму. Ну, и здесь вот выявились те самые коррупционные связи, отголоски которых мы услышали вот только сейчас. Указ президента. И, наконец, должен был лично президент снять от генерал-лейтенанта до майора всю эту группу людей. Почему пока Путин не вмешается,
Нет реакции. Почему? Дикое количество злоупотреблений. Только прокуратура при первой проверке возбудила 18 уголовных дел, в том числе и против самих таможенников. Ты мести не боишься сегодня? Ну, отомстят. Много было у нас с тобой поводов, за которые нам должны были мстить, да? Но, тем не менее, все пока обходится. Надеюсь, что и впредь обойдется. Таких случаев провоза всякой дряни, их много, и нам известно много. Мы очень много ловим, но как, допустим, Россельхознадзор будет бороться с контрабандой? Ну как, у нас столько чиновников, столько разных служб. Или коррупция сильнее всего? Вот когда емкость рынка, те же куры, да, сейчас меня Иван поправит, это же миллиарды. Емкость рынка мяса птицы в Российской Федерации подходит к 3 миллиардам долларов. Даже, я думаю, побольше будет. Миллиарды, наверное, десятки миллиардов. Значит, когда такой объем, всегда будет какой-то обман. Всегда, потому что деньги огромные. Всегда, конечно. Настраивать. Нужно настраивать государственную машину, нужно настраивать пошлины, ввозные квоты. Это же очень сложная система. Этим надо заниматься пристально. Возможно. Возможно, что это как бы сказывается, там, через 20 лет будет сказываться. Может быть, это будет сказываться в следующем поколении или через поколение. А 7 граммов нитрата натрия на 100 килограмм? 7 граммов нитрата натрия – это все-таки немного. Но ведь нитрат натрия, не будем торопиться, да, это да, уже чистый, да, яд. Чистый яд, да. 7 граммов чистого яда, да, нитрата натрия. Мы, журналисты, да, предполагаем… На 100 килограмм. На 100 килограмм колбасы. Да. Зачем нужны эти 7 грамм? Объясните мне. Мясо после варки, оно приобретает серый цвет, не очень аппетитный. А если добавляешь нитрат натрия, то он меняет цвет и получается розовым. А, это как краситель работает. Да, это работает как краситель. И ведь правильно? Никто никогда не знает точно, от чего человек, да, отравился. Да. Скажите, пожалуйста, генетическая соя, сколько ее в колбасе? Разрешено не более 0,9% употреблять. А на самом деле, как мы предполагаем, сколько кладут? Да. И то мы должны на маркировке должно стоять... Вы хоть раз эту маркировку нашли, встретили? Вот в том-то и дело. Нигде? Никто никогда не встречал. Ни в одном, да, магазине? Ни в одном магазине. Как 2 года с лишним, да, назад, так и сегодня, но нигде. Но 0,9 – это капля в море, потому что по данным зеленых, и они подняли этот шумный скандал, то там было и 30%, и 40%, и более процентов. И вот до 70% было в паштетах в разных, и, да, было, да, это генетическое соя. До, да, 70%. Да. Ну, все понимают, а когда заниматься начнем? А интересы-то конфликтуют. У торговцев одни, им, конечно, удобнее там где-то купить в большом количестве. Бросовые что-нибудь сюда привезти. Мы обнаружили ГМО у таких крупных фирм, как Калинска, Самплер, Нестле. Это все детские продукты? Это все детское питание. Нестле, вы судились с этой фирмой? Да, Нестле сочла для себя возможным подать на нашу ассоциацию в суд. Суд признал вашу правоту? Да, признал нашу правоту. То есть суд уже доказал, что есть ГМО? Да, да. В декабре месяце мы нашли ГМО в пельменях Дарьи. Только в Дарье? Только в Дарье. Другие производители, как вы предполагаете, полностью отказались от ГМО? Ну, мы предполагаем, да. В Дарье сколько процентов ГМО? 1%. Все-таки раньше больше клали, да, эту сою? Да, ну, раньше просто зашкаливало. Сейчас 1%. Да. Насколько этот процент опасен, тоже не знает никто. Никто не проводил тестирование, то есть доза зависимости не проверялась, и ПДК не определялись. Предельно допустимые концентрации, я имею в виду. Можно я скажу одну историю, которая меня, я человек опытный, но все-таки она меня потрясла, действительно потрясла. 92-й год, да, ельцинская эпоха, да, бардак сплошной, но была принята федеральная, то есть государственная программа развития индустрии детского питания, рассчитанная на 5 лет. Предполагалось строительство, вдумаемся в цифры, 150 заводов в России по производству детского питания, чтобы за границей не покупать. Финансирование 1,5 миллиарда государственных денег. Оборудование для производства 150 заводов было заказано за границей. Какие объемы, представляете, 1,5 миллиарда. Но сами заводы, которые закупали это оборудование, их забыли предупредить, что они, эти заводы, обязаны платить, сами платить, таможенные пошлины. То есть деньги государственные, а предприятию не сказали, что пошлину... Им самим. Им самим платить. А денег, да, нет. И в результате колхозы, завод-то маленькие колхозы, да, они оказались не в силах заплатить таможенные пошлины. Миллионы, сотни миллионов российских долларов в виде оборудования так и остались лежать на таможенных терминалах. Всего с 92 года приостановлено строительство 54 объектов. Вот смотрите, 2 комплекта оборудования, вот допустим, приобретенные за 40 миллионов долларов США, проданы за бесценок, за 40 миллионов рублей.
Вот один из объектов Тульский совхоз, которому пришлось брать это оборудование, которое пришло по заказу Минсельхоза. Сегодня на них накрутили пени штрафы уже колоссальные. То есть государство в лице исполнительной власти не принимает никаких мер для того, чтобы сегодня растаможить, снять какие-то платежи и ввести это оборудование. В этих ящиках находится завод по производству детского питания, поступивший в 99-м году. Это порядок, больше 10 миллионов долларов. Когда колхоз Ленина подписал этот контракт, они рассчитывали, что оформление пройдет без уплаты пошлины и НДС. Всей суммы они найти не смогли на тот момент. Оформление остановилось. И этот завод лежит уже здесь 7 лет? Да, с 99-го года, с момента поступления. Сегодня это оборудование висит и там в подвешенном состоянии. В городе Москве, допустим, вообще оно находится непонятно где. И что самое интересное, при том, что выделили средства из бюджета, привлекли кредиты, вот сейчас в 2003 году Минсельхоз для Йошкар-Олы организовал закупку еще импортного оборудования на сумму 22 миллиона евро и оплата соответствующих таможенных платежей и средств федерального бюджета. Несмотря на то, что строительная часть по сооружению основного цеха выполнена всего на 36%. Что мы делаем? Вместо 150 заводов построено всего 28. Вот это что такое? Вот это как? Ну, это безобразие. И таких фактов сколько угодно. Ну вот вы, чиновники, что называется, высокого уровня. Вы сами устали от этой вот неразберихи. Да, конечно, потому что у нас большой процент времени и усилий уходит именно на то, чтобы преодолевать или хотя бы свести к минимуму последствия этого всего. А как работать в такой ситуации? Вот как? Ну, как работать? Человек ко всему приспособился. Мы как-то работаем в такой ситуации. По прошлым годам очень даже неплохо сработали. Но все-таки вот что касается того же гриппа. Скоро мы вернемся к птичьему гриппу. Преодолеет государственная машина, сама государственная машина. Вот эту панику, эти миллиарды рублей. Все-таки русские люди, они как-то более устойчивы ко всем стрессам. Вот в Европе, если посмотреть, что сейчас делается с этим птичьим гриппом. Там какая-то вообще безумие. И это несравнимо. Ну, кошку свою. Кто это у нас свою кошку в форточку выбросил, значит, на улицу, когда услышал, что она может заразиться птичьим гриппом? Да русскому это в голову не придет. Европейцы есть такие примеры. Да, не жалко домашних животных. Людей. Полно, понимаете? То есть государственная машина, может быть, бы и не справилась. Но усилия она прикладывает. И Онищенко прикладывает, и Гордеев, и Данков. Только недостаточно. Все это делается. Недостаточно. Дело в том, что у нас вон те товарищи, которые пиво, допустим, рекламируют, они уже на психику научились воздействовать, ну, прям вот через что угодно. Через любую связь, так сказать, с психологией, с устремлениями человека. А вот социальная реклама, она же у нас в каком-то эмбриональном состоянии пребывает. Вот то, что нужно, это рекламировать. Знание. Самое главное – это знание рекламировать. Знаете, я немножко с этой темой знаком. Вы, наверное, помните, Советский Союз построил самый крупный комбинат детского питания в Азовском районе Ростовской области. Ростовской области. Это действительно был крупный комбинат. Выращивается слива, выращивается черешня. То есть вместо лес ГМО не надо закупать. Выращиваются яблоки. Все свое чистое. Жесткие условия. Никакого не могут подбросить ни гербицида, отраву, еще чего-то. Но самое-то ужасное то, что на этом комбинате детского питания несколько лет назад стали разливать водку. Как? Так, очень просто. Поставили линии по разливу водки. Это более выгодно. Это более выгодно. Что там возиться с детским питанием, когда этот поток детского питания импортного хлынул в Россию? Казалось бы, мы могли бы этим детским питанием только с одного Азовского района, ну, по крайней мере, накормить детей всего юга России. Вот вы мне объясните, пожалуйста, мы говорим о детях. И если мы сами, мы, Россия, можем обойтись без продукции, где наверняка есть генетическая соя, те же трансгены из-за границы, то, что продать нельзя там, нам везут. Мы же вот такие, да, мы все едим. Если мы можем производить свое детское питание, обойтись без этих сосисок, в которых, как мой сын трехлетний, да, обожает, он трясется от этих сосисок, и никто не знает. Сейчас мой коллега меня поправит, если я не прав, что в сосиске, возможно, как наркотик, докладывается некий фермент, на который ребенок и взрослый человек на сосиске, на эти, ну, как наркотик, просто подсаживается.
Как говорят те люди, которые работают на местных предприятиях, что сосиски, они бывают еще более такие сомнительные, чем сама колбаса. Сосиски? Да, сосиски. Вот эти аппетитные молочные? Ну, я не знаю, их много марок. Ну, есть сосиски, что-то там 35-40 рублей за килограмм. Вот, в этих сосисках там мясо, конечно, искать нечего, потому что, ну, нет такого при цене мяса 150-250 рублей за килограмм. И сосиски, которые якобы состоят из мяса, она не может стоить 30 или 40 рублей за килограмм. Что работает как наркотик? Почему ребенок трястись начинает, если он несколько раз поел? Вот бутерброд он съел, все, полюбил навеки эту колбасу или сосиску. Химических компонентов сегодня больше 30, как мне говорили, на мясокомбинат. Поэтому, больше 30? Да, разных химических компонентов, которые добавляют так или иначе. То есть тут вкус. То есть есть какая-то штука, да, которая действительно как наркотик манит к себе в этой сосиске? Так говорят, я не знаю. Вот, специалисты говорят? Утверждать. Да, это говорят. Посмотрите, куда подевались фабрики кухни. Когда, наверное, ваша мама молочко родила вас, она ходила Костина на фабрику. Ходила на фабрику, да, под Москву. Да, специальная бутылочка мерная с гранями. Ваткой тебе затыкали ее, самый свеженький продукт. И ты знал, ты по часам приходил взять эту бутылочку. Холодильников у многих еще не было. Но ты знал, что там натуральный, свежий продукт, что там ничего нет скисшего, и ребенку плохо от него не будет. Что добавляют в хлеб, наиболее часто потребляемый продукт? Что добавляют в творог? Что добавляют те же продукты мясные, в консервы и так далее, и так далее. И главное, все есть. Есть санитарные службы, есть службы контроля, есть лаборатории, где можно все это проверять. Ничего этого не выпускать, жесточайшим образом штрафовать. И вот вы правильно сказали, все этот сброс с Запада, вот тот хлам, который никто не ест у нас. Вы знаете, я, например, уже иногда с женой хожу в магазин, мы одеваем очки с усиленными линзами. Потому что настолько мелко все прописано, особенно эти Е, какие там есть добавки. А мы как-то, жена в метро, купила маленькую книжечку, правда, сейчас за ней все охотятся, говорят, что чуть ли не убили того человека, кто ее издал, где указано, какие Е вредные для здоровья. Вот в продуктах то, что добавляют. В продуктах, то, что на банках пишут там. Как книжка называется? Е-532. Она так и называлась. Осторожно, Е. И вот эти Е, это единицы, пищевые добавки, и там расписано, какие из них не опасны для здоровья, какие из них плохо для здоровья, если у вас, скажем, сахарный диабет. Вот бы чем заниматься нашему Минздраву. На всех углах развесить вот по этим Е, к чему это Е может привести.